Да, дубль 2 парка зарядье, как я выше говорил. Вчера у нас именно здесь, на подходе к заряде, глюканула и перегрелась камера, и... О, и карточка тоже выдавала ошибку. Поэтому, чтобы карточка не перегревалась, камера не перегревалась, надо как-то вот нам пробежаться по каким-то вот интересным местам заряди. Ну, это парк с видом практически на Кремль, на все эти дела. Так, прекрати играть, тут я иду. Играет он тут. Должны были предупредить, что тут мини будет проходить. Вон стены Кремля, конечно же. Все вот эти вот дела. Там вдали, видно или нет, там уже небоскребики Москва-Сити. Вот, мы сегодня по-хитрому поступили, прежде чем поехать в заряде. Видите вот эти вот аппаратики, да? Так вот, 0,3. А она вчера купила. Ну, 300 грамм, да, да? Миллилитров там, как считается. Она купила за 120 рублей. Представляете, да? 120. Вот считайте, сегодня мы зашли, купили 4 бутылочки воды. 0,6. По 0,6, да. 4 бутылочки воды по сколько там? 17 рублей на 18. 17-18 рублей бутылочка. Математика простая, да? Мы там у себя ховрин купили. А здесь в центре, ребят, вот если идете, вот, кто приезжий, с собой берите воду. Здесь золотая она. Простая, мать его, вода. Совсем сбеленились ребята, видимо. Так, ну, наверх мы не полезем. Я манал такую жару. Вот, поэтому мы вчера как-то вот после артплея, котлет, вот я вчера говорил, поели, пить хотим. Невозможно, там еще поели картошки с грибами, бля. Да, пить охота, мы сюда еле доползли. И охота пить, поломалась эта аппаратура, перегрелась, издышка там полетел. Короче, целая бадья. Хотим пить, уже плевать было. Почем она? Минька пошла, купила уже, пофиг, почем. Купила вот здесь вот в этой штуке. Ой, водички. И все, мы попили и поехали домой, да? Так было. Минька. Так, прекратите петь, а? Что это такое за... Пи-п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 и
каждый раз вот сидеть. Я не люблю монтировать. Мы же с тобой жизнь снимаем нашу. А вот. Это вот не чапыжник, это разные посаженные эти травы. Можно сказать, что чапыжник. Ну, слишком как-то хорошо, как сказать, ухожено все. Как нам на этот мостик пройти? Ой, там? Ну, давай там, ладно, вот Москва-река. Клумбочки. Меня. Нет, вниз не пойдем. Мы пойдем по стеклянному. Ну, не стеклянному. Деревянный этот. Стеклянные эти. Бордюрчик. Да, мы в самое пекло. Поэтому мы вчера хотели, думаем, встанем часик в 6. И лупанем сюда. Пораньше. Тут вид. Сразу мы Кремль. Там на высотку. Ой-ё. Слушайте, тут прям адовая смесь какая-то. Жарбенье. Ой-ё.
едут. Минь, прыгнешь с такой высоты? Да, без проблем. Чего тут прыгать-то? Раз и потону. Меня. Да ты не страшно. А ты солдатиком? Я бы сказала, камушки. Я явно камушком упала, а не солдатиком. Таким, знаешь, тяжелым камушком. Видно, но... Да. Так, что, на красную, что ли, пойдем? Вот она начинается, вон Спасская башня, ну вот здесь все эти, там, пассаж, все дела. Извини, от колокола. Забыла, что ли? Право же я день вчераш. Да, везде фотографии. Ну, тут мы везде-то шариться не будем. Там вот внизу, там тоже, смотри, там вон какое-то озерцо вот тут вот. Не озерцо, там какой-то фонтанчик. Тут все какие-то вот такие вот кувшинки плавают. Все обходите, нет смысла. Идите вот своим корабликом. Ой. Да, я сфоткаюсь. Я. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Пойдем. Здесь вот, здесь просто это невыносимо. Прям самое-самое пали. Я не знаю почему. Ну просто кошмарики на воздушном шарике. Подземный музей, знаете ли. Ну, друзья мои, под землю мы всегда успеем. Торопиться надо. Глаза аж прям дышишь, как это. Как рыба на берегу. Батюшки, святушки, какие люди. И без охраны. Что это такое? Тоже еле ползет. Не, ну ладно, я древний, а ты-то молодая, тебе всего лишь 130. Ой, горячо, идем скорее туда. Горячо? Я тонкая подача, мне горячо. Вообще уж. И горячо она идет в каких-то там этих... Сандаликах. Сандалетки какие-то свои. Горячо. Слушай, ну как бы вот все, да, вот слева уже выход туда-туда, на совсем все туристическое, собственно, и зарядье тоже такое. Там Красная площадь, и в общем-то, давай-ка я маленько поэкономлю, да и у меня батарейку надо менять. Мы медленно, но уверенно двигаемся на выход из парка зарядья. А язык все медленней, медленней. Да ну хватит это. Что ж я как не включу камеру, они все время поют. Вот я не понимаю вот этого. Они как будто это ждут специально и все это делают. Все, закончилось, да? Все, нет, и все, да, мы идем. И тут он поет на каждом столбе. Ай-яй-яй-яй-яй. Да не, может быть, и не будет ничего, конечно, но они уж прям трясутся над каждой нотой. Медиа-центр.
Ну, чё ж, ну, знаешь, по традиции грех уж не пройтись по красной-то. А идём вот туда, вниз. Куда? Вниз? Побойся бога, а потом вверх идти? Ну, ладно. Чего ж не сделаешь. Лорен спросил тут хатку прикупить где-то. Да. Ага, вот я присматриваю. Может, башню вот эту возьмем, а? Спасскую. Бьют часы, а? Да мне кажется, там мало места будет. Маловато будет, да? Да. Я... Вон по тропинке. Зачем? А ты куда хочешь-то, я не понимаю. Потом. Так нам наверх потом идти. Мень. Мостом, и там парк будет. Да? Тайницкий сад. Ах, Тайницкий. Возле Московского Кремля. Ну чё, все татары, кроме я, Ильнар. Принимай, пожалуйста, новоиспечённые. Принимай в свои ряды. Вот, вези в Казань. Вот эту маленькую красотку. То с Аленкой все понятно. Но тут сама испеклась. Кремля. Кремля. Я сегодня вот взял по закону подлости Соньку. А она не нужна. Вот иду как дурак. Может, она еще куда-нибудь? С рюкзаком. Да не, мы сейчас уже поедем назад. Ну просто невозможно. Просто невозможно. Вот сейчас вот чуть-чуть вон какой-то там маленькое-маленькое облачко закрыло. И вроде оп, сразу дышать хорошо. Но это через полминуты закончится. Вот. Вот и с чем финдиперство. Ребята. Я даже в камеру не смотрю, что снимает она там, не снимает. Что-то снимает. Спасибо. Куда идет? Неизвестно. Ну вот, Минечка дошла до перехода. На той стороне вдали храм Христа Спасителя. Там мы были пару дней назад, да? О. Да, можно вон там пойти и снимать оттуда. А потом переходить опять сюда, Минь? Ну вот я и говорю. Ну, в этом нет смысла. Перейти, она говорит, туда, вдоль набережной пойти, ну, реки, ну, а потом переходить, значит, сюда. Лучше вот сразу вот здесь вот раз, перейти и все. Но пока на светофоре стоим. Ждем. Здесь я ускорю. Вообще выключу, да.
Может, вот эту башню Лоренцу прикупим? Давай, это вроде нормально. Так, здесь нерегулируемый. А, ну здесь красное уже. Мы можем идти куда угодно. Но пойдем вдоль стены, пройдемся? Я не знаю, там вроде деревья, не так жарко должно быть. А вон деревья, видишь, немножко тенек сейчас будут давать. Да, до нас он будет не доходить. Чего? Ну, по крайней мере, это мы будем знать, что рядом деревья. Ой, это сейчас в гору. Где твой зад, этот сад? За стеной. А, так это в Кремль надо заходить. Еще. Так бы сказал. Я не увидела стену. Чего? Стену. Ты стену не увидела? Не увидела. И тебе, мать, главная стена страны. Она говорит, я не увидела стену. Я ее не увидела. Етить, колотить. Нормально все. Мы идем вперед. Да. Ой, Тёма. Только я так могу. Я, говорит, стену не увидел. Кремля. На секундочку так. Ой, теперь меня заставил идти по жаре? Да. Да еще и вверх? Да. Смотри, какая я добрая. Сволочь. Не надо меня называть, я хорошая. Бываю иногда. Ничего, ничего там. Ильнарка уже потирает руки. Все, все. Скоро Казан Орды поедешь. Как ты там слово сказала? Никак. Кремля. Кремля. А тут она вот разная по высоте. Стена. Давай полезли. Что тут немножко есть? Да, полезли. На стену? Думаешь? Давай лучше вот эту башню. Она такая квадратная. Лоренцу-то? Да. Ну да, она так большая, там жить можно. Нормально. Только самое главное узнать, где поблизости недорогая пивнушка. Вот что. Да. Тут важно. Ну это... Дениск разведает. Так, прекратите это, вот это все. Да. Все, надоело ей, надоело, ребята, все. Ну давай, конечно, лучше подальше отойти и показывать. Ты ведь чем вплотную. Ну вот она. Опять знаменитая брусчатка. Красный. Ой-ой. Будете смотреть. Всем смотреть наш канал, идти, мать. Вы не видели никто. О, слышишь? Застали. Все. Да блин, вон едет еще Тюлькин пес. Слушай, гора кончится, нет? Сколько можно идти в горку-то? Ой, я с ней разговариваю, а ее и нет. Ну и ладно, че. Сейчас мы заберемся. Давай, давай!
говоришь, старость не радость. Дошла же. Дала. Фантазировать ты еще. Ну, что ты, по этой брусчатке на фронт уходили. А, поэтому не ровно? И не только на фронт. Ой, не знаю, она многовековая, вот знатоки-то, наверное, знают. Это же камень. Понимаешь, это камень. Настоящий природный камень. Да. Так это пандемия же. Фотографируется, стоит. В горле сохнет от жары. Ну тут хоть маленько обдувает, а вот там в заряде на мостик заходили. Я не знаю, прям жесть жесткая. Там с той стороны красный метро Александровский сад, вот сейчас туда и прыгнем. Ну, мы помнишь, что-то раз приезжали. Как раз пойдем, и я добью вот это уж, ладно. Че. Ой, как хорошо. О. Ветерок. Слушай, неужели кому-то сейчас нужны вот услуги фотографа? Сейчас, я не знаю, в каждой шляпе есть аппарат, в каждом телефоне. И не обязательно дорогом. Вот. Короче, я купил телефон, Honor 10, месяца два назад. И все. Она уже пищит, говорит, не надо мне ее. Плохой. Ну ты все, недовольна там. Все пищит, пищит за кадром-то. А я вот в кадр говорю. Пищит, говорит, фигня, не надо. Там что-то ее не устраивает, там приложение иногда. Там, короче, не скачивается приложение напрямую, гугловские. Там через какие-то прокладки, там через какую-то хрень. Недовольна. Он идет. Ползет, вернее. Слушай, а ты 24 часа, что ли, в этой одежде? У тебя другой одежды ты не взяла, что ли? Ну, это там полный ящик, короче. Вот прям я не могу показывать, конечно, его, потому что это... Это шкаф девочки, сами понимаете. Нельзя туда залезать, показывать. Но я вас уверяю, там чего только нет. Другой одежды жарко. Поэтому я одеваю все белое. А музолей-то работает, интересно. Я сколько раз вот ни разу не был в Москве. Ой, в Москве вот в мавзолей. Я бы туда и не пошла. Что там делать? Ну, не знаю. Мне кажется, там и Ленина-то давно нет. Там какая-то восковая штука лежит, все. Я вот этого не понимаю. Ну, вход бесплатный, так что. Че? Бесплатно сходить, посмотреть на кукол. На куклу какую-то, да? Хоронили бы уж человека по-человечески-то. Они выставляются там на всеобщее. Врагу не пожелаешь вот такой вот смерти, да, чтобы на тебя потом зеркали. Может, по мороженому, а? Или оно здесь... Давай лучше. Мама Мия. Ну, давай до дома. Пойдем тогда с этой стороны.
Хотя мы опять сейчас сразу выйдем в Александровский сад. Пойдем с той, с правой стороны. Да блин, опять я с ней разговариваю, ее нет. Ой. Какой пассаж, какой пассаж. Ой, когда заходит солнышко, прям радости-то какие. О. Жара в России везде стоит. Здорово. Стой. Ой, извините. Видит, что это стоит человек. Спиной. Они не подозревали, что я хочу их младенца выкрасть. Денег нет, надо что-то где-то подзаработать. Иди заплати ему, чтобы заткнулся. А? Вот прямо сейчас отсюда ты идешь туда. Ну, надо на красный, конечно, 3 триллиона человек уже здесь это. Ну, тем временем мы дошли довольно до знаменательного исторического события. Ну что, ангел-то будем искать, нет? Нет. Вот здесь ангелочек, так сказать, разул нашу мини. На сколько? На 2, на 3? Это было в прошлом году, но было. Ну и не надо, мы знаем, что ничего не производится, поэтому мы гуляем в разных частях города. Ну что, все закрыто. Александровский сад, метро. Ну да, Александровский сад, метро Александровский сад. Мы туда идем просто с другой стороны. Сейчас мы свернем, не переживай. Хватит с нас войны. Даже отечественной. Идешь просто на обум, что-то вот так снимаешь, снимаешь. Ну все, давай на этом. На этом хватит, поехали домой. Yeah.